В 10 часов дня дорожно-транспортное происшествие с участием легковушек произошло на пересечении улицы Казбек-Би и Турикулова. Дорогу между собой не смогли поделить внедорожник марки Lexus и Volkswagen Passat. В результате столкновения автомашин помощь врачей понадобилась пожилой пассажирке немецкого авто. К счастью, серьезных травм бабушка не получила. Автомашинам же нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. В Шымкенте продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в интернет-клубах и на улице без присмотра родителей. Так, в одной из игротек в районе Янгишахара по Тамерлановскому шоссе полицейские задержали подростка. Несовершеннолетний был доставлен в Абайский отдел полиции. На место мы вызвали его родителей и составили административный протокол. Также штраф был выписан руководству игротеки за то, что не выпроводил подростка за пределы заведения вовремя. Еще одна авария произошла на пересечении улиц Дулати и проспекта Рыскулова. У торгового развлекательного центра примерно в полночь столкнулись «Жигули» 7 и «Лада» 15 модели. По предварительной версии, «семерка» двигалась по Дулати в сторону микрорайона Нурсад, «пятнашка» – по Рыскулова в сторону бульвара Кунаева. При подъезде к пересечению «Жигули» ударил ехавшую «пятнашку» в левый бок. От удара «Ладу» закрутило и выкинуло на живое ограждение. «Пятнашка» смогла остановиться, лишь врезавшись в дерево. Что касается «Жигули», то у «семерки» оказалась повреждена полностью передняя часть. Водитель «Жигули» госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Водитель «пятнашки» отделался лишь легким испугом. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.